через отверстие. Mm-hmm. О, открыто. Отходи, отходи, отходи. Фонарик оф. Ага. Почему? Там лицо было. Не заметил? Да, нет, я не видел лицо. Может, оно только тебе увиделось лицо? Давай посмотрим, что там. Ну, зайди, посмотри. Оп, да, там лицо, братан. Ты знаешь, мне кажется, оно и не уходило. Сейчас стопудово что-то будет. Может, здесь все на зоны поделено? Типа, там зона с резинкой. Потом... Подожди, а тут дальше есть дверь. Что это? Это головоломка, про которую я тебе говорил. Теневая, пойдем. И записка, смотри. Что в записке? Ты силуэт видел, но он смотрит на R, когда направлен тень. Надо собрать силуэт. Давай я буду... Ты будешь крутить, я буду смотреть, есть ли кто здесь или нет. Я на шухере, короче. Ага. О, это лошадь. Газ пошел какой-то. Дверь появилась. Дверь. Понятно. Там появилась дверь. Лампочка лопнула. Че, выходим? Давай подождем вейпера. Ладно, давай выйдем. Выхожу. Смотри, дверь появилась. Угу. Иди в дверь. Зашел. О, тут часы. Есть часы. Отвертка. Три отвертка. Лех. У меня нет отвертки, ты взял. Наверное, часы. Вот. Open inventory. Для закрытия вентиляции отверстий. Кажется, что стрелки часов отсутствуют. Нужно найти стрелки. Нам нужно найти стрелки часов. Смотри, видишь, красным там горели. Вон горят красным лампы. Это значит, где-то мистер провода. Заходи сюда. Сюда заходи. Где он стал? Я не буду подходить к этой вентиляции, мне не нравится. Так, есть налево тупик и направо проход. Оба-на! Ничего себе! Я нашел мужика. Так, что здесь написано? Давай почитаем. Следующая область полностью радиоактивна, поэтому если кто-то хочет войти, требуется защитный костюм, иначе радиация может убить человека. Есть запретная дверь, которая открывается только в случае, если уровень радиации в комнате низкий. Для этого необходим огнетушитель класса D. Это только устранит радиацию на некоторое время, примерно на 3 минуты. Источник излучения. Некоторые предметы в комнате заражены. Используйте счетчик Гейгера, чтобы провести какие-то предметы, являются источниками загрязнения. Значит, чтобы туда попасть, нам нужно найти защитный костюм, счетчик Гейгера и всю херню. Ты будешь останавливаться, когда за тобой мистер провода будет? Опа! Тихо-тихо, фонарик глуши. Ага. Ты видел, да? Мистер Смайл. Жесть. Человек, ходящий к стоматологу. Это он кричит, наверное? Там зубы дерут, он такой... Да, не. Я слышал, кто-то там здесь по вентиляции стоит. Бегал. Я ничего не делал. И что, он там прям стоял? Такой открываешь, он такой, здравствуйте. Давай сделаем так, ой, вот так, смотри. Вот так есть? Так не видно, надо выйти. Так не видно будет, он справа. Ну, ты знаешь... А ты любитель закрывать потом двери? Давай ты выйдешь, а я обещаю, что не закрою двери. Есть там? Я за тобой иду. О, комната. А может, туда дальше пройдем? А, тут шкаф. Так, я вторые таблетки заберу. Слушай, чем глубже мы идем, тем велика вероятность того, что мы сейчас встретим этого собаку-улыбаку. Не обращайся. Ага. Почему? Почему? Что случилось? Собака-улыбака, что там? Да ладно. Там написано, что она заманивает тебя в ловушку, и в самый расслабленный момент она на тебя нападает. Ну, она смотрит. Давай чуть посидим, подождем. Давай. Так, давай я попробую выйти. Я выхожу. Вот он! Положишь? Справа, туда, дальше, за углом. Вот смотри, вон там. Вон там? Лэп. Кто-то глотку рвет, по-моему. Это, по-моему, вот эта тварь. Лице... носка, не знаю. Ты можешь выйти посмотреть там? Просто я красный, и боюсь, меня сейчас... Смотри, значит, она отошла, ушла обратно в тот туннель. Угу. Я сейчас попробую выйти. Выхожу. Поворачиваюсь. Так, ее пока нет. Но я стою возле шкафчика. Прими таблетки или воду там что-нибудь. Так, тут дверь. Что за дверь? Я открыл дверь. Есть что-нибудь там? Там инструменты. Ящик с инструментами, так, по-моему, на замке. Заходи сюда. Иди сюда. Так, тут код. Оригинально. Так, тут банка с иконой.
таблетки, ладно. Какой так код, интересно? Ты... Слушай, мы вот смотрю, все время идем, какие-то подсказки встречаем. Но не те подсказки, которые нам пишут. О, вот это ты красавчик, конечно. Вот это у тебя осанка. Да, направо так, не смайл. Светить. Шкафчик, заходи. Ага. Но это замкнутый молоток. Круг. А что тут написано было в записке? Нужен молоток. В записке пишут, нужен молоток, чтобы вазы бить. Все, идем понимаю, искать молоток. Следующее. Мы ищем молоток, бьем молотком по вазе, прибегает собака сутулая. Мы прячемся в шкафу. Так, ну у нас получается путь только назад есть. Все. Так, а я заблудился. Тихо-тихо. Олежа, беги. Да, вижу. Как отключить? Как фонарь отключить? F. Все. Выпей таблетки, да, выпей таблетки, у тебя рассудок встанет на место. Пойдем. Так, направо мы ходили, сюда, да? Там тупик, да. Нам сюда, короче, уже мы все исследовали, теперь нам нужно возвращаться назад и исследовать. Тебе нужен часть... молоток и код от желтого замка. Да. Возможно, там и есть молоток в этом ящике. А мне кажется, там будет молоток. Итак, нам нужен код и молоток. И мы отправились на поиски молотка и кода. Мы, по-моему, вот сюда заходили, и что здесь было? Проход. Потом там будет этот чувак, да, по-моему? Да, 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 все правильно говоришь, все, пойдем назад. Так, итого, огнетушитель, молоток и кот. А еще счетчик Гейгера, ё-моё. Что-то дышит. Интересно, чисто гипотетически он может открывать дверь? Скорее всего, да, я имею в виду, он тут живет, его дом. Справа собака. Где справа? Олежа, бежим. Ты умер? Ты жив? Наверное, он обосрался так сильно, что... Да, я умер. А что случилось? Почему мне написали, что ты отключен? У меня интернет упал. Речь идет о пропавших без вести людях, которые были найдены и свалены в этом месте. Некоторые их тела были найдены с какими-то аномалиями. Найдите кассету для получения дополнительной информации. Посмотрите на трупы, они скрывают секретный код. Только обратите внимание на кровь. Итак, нажимаем, значит, верхняя левая, верхняя правая. Потом второй ряд. Ой, выключай фонарик, выключай фонарик. Быстрее, выключай фонарик. Не было. Никуда не беги, стой на месте. Стой на месте, не шевелись. Так, второй ряд. Второй ряд. Слева направо. Первая, вторая клавиша. Третий ряд. Первая клавиша и последняя клавиша. Понял? Все? Получилось? Тут написано открыть дверь. В смысле, открыть дверь. Вот, молоток, я нашел молоток. А, да? А, ну. Мы взяли, точнее, молоток. Потом вот этим типам нужно будет еще запчасти разложить. Так, это все, будет. Здесь мы решили головоломку. Мы нашли молоток. Теперь нужно уйти из этой комнаты. Да, там подписано. Согласно именем мы будем раскладывать. Но для этого нужна кассета. Проводяной. Проводяной. Так, он был там, с той стороны, да? Да, вот куда ты идешь? Вкусно. Не смотри направо. Погаси фонарь, не смотри направо. Вон он стоит. Стой, не шевелись, не шевелись, не шевелись. Он не любит шум. Он не любит шум. Я вот, видишь, смотри, стою на месте. В тупик. Я стою, не шевелюсь, и он меня не видит. Фишка в этом, помнишь, не шуметь, он не любит шум. А еще его провоцирует электроника. Вот я стою. И он не уходит, да? И он вообще не двигается, и меня не трогает. Так, как с ним бороться, мы угадали. Не шевелимся. Так, есть, он ушел. Ушел? Точно? Да, выходи. Налево сейчас пойдем. Он справа где-то ходит. Так, что за окно? Окно. Большой мир. Непонятно. Так, тихо, в другую сторону, в другую. Там, где красное, нам не надо заходить. Пойдем сюда сходим, посмотрим, что здесь. Есть какой-то комод. Что в комоде? Вот, можно я возьму? Пойдем сначала до конца исследуем эту зону. Есть шкаф. Нам нужно искать запчасти еще людей. Запчасти людей. А, дверь. Ага. А куда дверь? Проход налево. Заходи, заходи, заходи. Быстрее, красная.
Это не... О, я нашел руку. Кайф. Забрать глаз. Я глаз нашел. Рука, да. Смотри, 1:45. 01:45. Что за 01:45? Часы. Подсказка. 1:45. Это на часах нужно стрелками выставить 1:45. Сейчас я запечатлею, сфоткаю. Есть, сфоткал. Так, и на часах нужно будет выставить 1:45. Ага, у тебя записка есть какая-нибудь в шкафу? Нет, у меня только рука. Ой. Посидеть. Да, знаете, тебе хорошо, ты лысый. Ты уже. Так, я хочу попить таблетосы, наверное, да? Опа. Угу, надо ксету найти, чтобы понять, какие еще части тела нам нужно найти. Так. Там их не со много было. Пить слева. Да, страшное что-то. Опа. Красное. Выключаем свет. Зачем ты шевелился? Что происходит? В смысле я не шевелился? Это просто настигло меня. Что происходит? Почему мне свет это вело? Где я? Фак. Я ни хрена не вижу. Я тоже ни хрена не вижу. Я вернулся туда, где мы были. Я умер. Возле шкафчика, в котором ты находил. Жесть. Ладно, я пошел искать дверь, короче. Ты? Нет. Давай, кстати, расскажешь заодно. Ты забрал свои вещи? Да. Серьезно? Видимо, монстром ты назвал меня, да? Там никого нет, кстати. Да, вот так. Ну ладно, я посижу здесь после свиста. Вон там по диагонали в дверном проеме. Все, уходим. Быстрее заходи. Короче, вот этот звук, который сейчас был на заднем фоне, это создает вот этот смайл. Собака рычит, улыбка свистит и как будто ветер дует. Провода, ну сам понимаешь, что провода делают. Провода, они просто громко шлепают. Слушай, он просто стоит как говно и троллит нас на входе, прикинь. Думаю. Дверь не закрываем. Смотри, вон туда вот, если прямо идти. Подожди, чуть, вот аккуратник. Есть? Вон там? Это он. Это звуки он делает. Какие-то непривлекательные звуки, знаешь ли. Ой, ёптя. Быстрей, бегом. Ты не тупи. Когда красный свет, это все, тупить нельзя. А? Господи, мы здесь останемся навсегда, чек. Ушки жопы. Это ты вышел? Да, я сейчас попытаюсь посмотреть, что там происходит. Сколько вот он слева, он слева за углом прячется теперь. Пиздюк, а. Да, улыбка. Прям за стеной. Свечу на тебя. А попробуй, слышишь, сквозь стену посмотреть, что там происходит. Давай просто вот эту вот колонну обойдем аккуратненько и, нормально. Помнишь, как он нападает? Что он делает? Нужно к нему вплотную подойти. Уверен? Никого нет. Там никого нет? А вон то кто? Почему-то после одной смерти мне сюда стало нельзя. Немного. Сюда нельзя. Ну, еще, в смысле, не нужно. Так, а мы не ходили туда прямо, кстати. О, точно. А нужно ж кассету найти. А кассета была где? Идем дальше. Что делать? Так. Комод. Иди в комод. Нам нужна отвертка, чтобы закрывать люки. Кассету нашел. Давай ты поищешь, я поищу. Ну ты красавчик вообще. Монах ты напарник, конечно, сыкло вообще, я тебе кричу. Ну что, ты один там справишься. Teamwork. Я нашел шкафы. Если вы найдете какие-то картины, посмотрите на них поближе. В целом они скрывают секретный код. Возможно, вот, это следующая головоломка. Красный ключ открывает эту дверь. Я знаю, где искать красный ключ. Я знаю приблизительно, где он может быть. Здесь, короче, чтобы решить головоломку одной комнаты, нужно решить головоломку другой комнаты. Ты помнишь, куда идти нужно? Прямо на мистер провода за нами, прям по пятам. Пока мы не шумим, ничего не включаем, он нас не видит, мы его не видим.
А мы сейчас будем ВХС включать, это ничего? Ну, наверное. Включаю ВХС. Не двигайся, не ходи, ты его привлекаешь, пожалуйста. Ну, что значит, ну, не шуметь? Это значит не шуметь. Стой на месте, не шагай, ты шумишь, блин, ну, я тебе ноги отрежу. Что ты сделал, Олег, скажи мне? Что ты сделал, что меня заморожило даже за шкафом, блин? Алло. А, он я бежал, прикинь. Выбежал из комнаты и пулей убежал. Ясно. Я открыл дверь, а там эта херня на меня смотрит. Да, прям за дверью. Я думал, что он будет, знаешь, где, как вот в прошлый раз за дверью. Ой, вернее, за стеной. И нам кажется, что он рядышком. Я открываю дверь, а он прям вот, ну вот, в дверном проеме. И куда ты? Ты его с собой забрал? Где ты? Я побежал из этой комнаты, следом за мной увязался еще Смайл, и на следующем повороте я встретил собаку. В общем, они меня каждый по разочку ударили, но у меня сил хватило добежать до лифта. Где возле лифта? За дверью. Ну нахрен, я в шкаф. Так. Ладно, что мы делаем? Мы идем в комнату с мужиками, так? Я вентиляцию закрыл. Нету здесь двери красной. Куда дальше? Нет, ну в смысле налево. О, Смайл сзади. Осторожно, не смотри туда. Он прям за углом. Кажется, я не прочитал. Ключ нужен. Ключ нужен. Есть, открыл. Открываем. Отлично. Никого. Так, я дверь закрою. Да, ты прочитал. Забей. Так, тут винты вдалеке. Картины. Закрой винты. Сейчас, подожди, иду. Так, это, короче, называется «Найди отличие», понял? А, или нет? Погоди, здесь разъем. Я пальцы нашел. Хорошо. Отлично, я нашел пальцы. Смотри, значит, вот здесь вот N. Я не вижу. Ну давай, хорошо, первая картина. N, буква N. Я запоминаю первые две. NC. Ты запоминай вот эту вот картину. Я введу сейчас. Вот это должно быть N. Сейчас. Первая же картина ничего нам не дала, правильно? N. Я тебе беру первую. C. Подожди. L. ЛЕ. И здесь нужно... О, есть, подобрал. Подобрал. О, желе. Полезно. И предохранитель. Информация. Предохранитель, его можно вставить в блок предохранителей для восстановления питания. Где-то нужно будет питание восстановить. Так, теперь мы нашли пальцы. Да. У тебя все есть остальное. Нужно теперь сходить там, где трупы лежат. Разложить все по мискам. Беги, Олеж, беги. Лучше не стоять в упор к нему, как бы, никогда. Понял, да? Я понял, но тут красный свет. Оп. Вот дверь, да? Вот дверь. А где трупы? Сюда, направо, по-моему, трупы. О, Смайл! Печально. Тварь за дверь. О, блин! А, встанет меня. Ты зашла? О, я такой стою. А ты побежал, она такая стоит. И, ну, короче, между нами искра. Не знаю... Из-за того ли, что она из проводов сделана, или, может, просто. Вот, но она такая подошла и ударила мне пощечину, и я убежал. Я тоже очень далеко убежал. Так, я возвращаюсь. Я побежал там, где радиационный человечек. Я не хочу выходить. У меня, короче, ты понял, это вот где комната с дверью, где ты выходишь, направо идешь, там, комнаты с вазами. Собака у меня в упоре. Ага. Я же говорю, она не двигается. Нет. Она, короче,
Там, где проход в комнате с трупами, вот она там была. Ну, там нужно к трупам. У меня здесь красным все горит. Значит, рядом со мной этот электрочеловечек. По-моему, не собака, это, по-моему, собак. Слушай, если это легкий, насколько же они душные на сложном? Я даже не знаю. Там же, по-моему, не... Зубы. Вот где я сижу. Селен, вот сюда зубы. Франк Эльмонт, нога. Кармен Салас, пальцы. Кармен Салас, пальцы. Вот он, угловой. Вот этот? Да. На которого свечу? Кармен Салас, да. Морда. Что случилось? Ой, морда. Прямо по курсу. Что-то разбилось, слышишь? Нет, я когда положил эту херню, что-то разбилось. Может быть, вон то светящееся зеркало. Помнишь, в комнату вход какой-то? Это ты топаешь? Нет. Может быть, это тварь сзади нас? Так, подожди, если мы выйдем, она, получается, сразу будет... Нет, налево идем. Выходим налево. Да, но выход сначала нужно направо выйти. Ты забыл, что здесь змеевик? Она вот там, возле стены. А мы вот сюда идем. Вот она! Пока. Беги. Ага. Я же сказал, там змеевик. Ага. Беги быстрее. Куда я сел в угол? Здесь дверь. А, вот, смотри. Иди сюда. Ты где? Вот это нам нужно разблокировать сейчас. Подожди, тут есть какие-то обозначения, смотри. Все, значит, нам нужны оранжевые. Оранжевый раз. Ну как, ну прям на мне заспавнится. Ты гнида, что ли? Пошло оно все. Загорелось. Погасло, загорелось. Один фиолетовый, значит. Есть. Одновременно могут гореть только три. Есть. Закрывай дверь потом. Закрывай. Смотри, здесь C-3PO. Идеально. Есть. В шкафу есть баллоны, Гейгер. Отлично, есть. Вообще. Даник, мы просто вообще... А как ты надел скафандр? А может быть, его надо использовать, когда ты будешь уже там? Может быть, у него есть срок годности? Так, я сейчас сделаю следующее. Баллон, информация. Огнетушитель класса D. Его можно использовать для временного снижения излучения объектов. Полезное устройство для проверки уровня радиации некоторых загрязненных объектов. Амогус, реально. Among Us. Если, кстати, я заметил, когда смайлик, то мигает фонарь. Так, мы правильно идем сейчас? Вот, да, это комната, пойдем. Так, считаем, что в файле сказано. Детали. Есть запретная дверь, которая открывается только в том случае, если уровень радиации в комнате низкий. Для этого необходим огнетушитель класса D. Это только устранить радиацию на короткое время, примерно 3 минуты. Некоторые предметы в комнате заражены. Используйте счетчик Гейгера, чтобы проверить, какие предметы являются источником загрязнения. Ты понял логику вещей? Надо взять счетчик Гейгера, чтобы найти предметы, которые излучают радиацию, и опрыскать их огнетушителем. Логичный ты мой. Вылезла собака. Бежим. Лежим. А здесь, кстати, прям лицо может появиться спокойно. На тебе прям. Ну ты можешь всегда отвернуться. А, не помогает. Не шевелись, сюда. Пожалуйста. Стой. Собака шум чувствует, нюхает шум. Стоим, не шевелимся, ждем, когда собака там нахер куда-нибудь сгинет. Проверь лучше вон лошадочку в сторону. Лошадочка штебелит. Штебелит, буду. Shift, слышишь? Я побежал. Тихо, я побежал, тихо, за мной нет. Тихо. Слева. Сзади. Упой. Где-то... Сзади, если мы... Ну да, где-то она вот за стенкой, короче, вот этой, да? Да. Вот она идет. Беги, блядь! Бью я бошку, больше чем уже не трогал. Тихо. Тихо, стой, не шевелись вообще. Она прям вот в дверном проеме.
Если шевельешься, ну ты в стенку хотя бы смотришь. Да, я так делал. А этот ведро зафоршмачил? Ведро нет еще. Олеж, проверяй гейграм после того, как зафоршмачил. Ага. Блин, три единицы. Ой! Я после тебя. Мистер дверь. Маска возле двери нет. Вон там, где дверь. Есть! Открылась дверь! Подожди, а где дверь? Дверь, по-моему, вон там, вон она. Побежали. Раз, два, три. Ага. Все, пробежали. Все. Дверь закрыть можно? Я думаю, она не закроется, пока мы здесь. Класс вообще, класс. Так, ты крутишь, подожди. Стой, еще один раз прокрути. Все, стоп. Ну все, ты прокрутил. 0-1 считает. 0-1 это сколько? Час ночи? Ну, ты сейчас на 12 прокрутил. Давай, 7, 6. Ну, 6. Давай. Я могу его обратно крутить. А, ну стоп, ну уже на 3 часа прокрутил. Так быстро крутишь. Стоп, вот час ночи. Теперь 45 минут. Блять, подожди. Я не вижу. Я тебе говорю, подожди, это значит остановись. Ты крутишь. Давай. Ты много крутишь, понимаешь? Стоп, подожди, я должен посмотреть, сколько ты накрутил. На чуть-чуть прокрутив. Нет, в обратную сторону. Вот это 45, сейчас 45. Ага. Все, есть. Вот, о, пизда. Надо забрать. Сядь. 28, 26. Стоп. Я же говорил, у меня всегда проблемы с цифрами и именами. 28, 26 сейчас. Ты когда наводишь на замок, у меня все белое становится. Классно помогаешь в игре. Где бы подосрать? Все, теперь в комнату с радиацией. Не, подожди, здесь где-то. Вот, сюда за мной. Так, есть, вот. Сейчас нахер вскрою. Использовать. Есть. Заходи. Да, мы победа. Сделали. Мы сделали а это. Нельзя, да? Нет, а нет, только можно. Вниз. Можно назад. Я вниз спустился. Крутое. Здесь какая-то кнопка. Подожди, написано. Authorized personal only. Push. Push. Ага. Ага. Может тут типа нужно стоять, но может быть. Подожди. Тут. Просто посмотри на это, тут кровяки сколько. А здесь заблокирована дверь, слышишь? Заражал. А ну, смотри теперь. Чё, Олеж, я тебе предлагаю, знаешь, что на этом мы сегодня закончим. Мы перешли на следующий уровень, очевидно. Ну, я пошел, да, я прыгну сюда. Прыгай. Ты прыгнул? Да. Беги и прыгай. Вот, теперь это точно следующий уровень, прям инфас, о, сидит. Дебил! О, тебе что? Что такой урод? Ясно. Где-то я только что-то видел. Ого, нихера он за тобой побежал. Я не плачу. Нет, я не плачу. Ой, хана мне. Он максимально рассудок уничтожает. Ага. Ага. А? Меня пинают. Тебе что-то хотел на ушко сказать. Попробуй его смерть. Это вообще смешно. Нет. Я боюсь, что он надел на себя твое тело. Был. Ключевая фраза был. Был. Так, а ух ты, японский бог, мать его, бог японский. Ага. Развлекайтесь, а я... Что будет, если подобрать его? Как он ужасный, он так шлепает голыми кровавыми ножками по полу. Да, я люблю прям. Hello, motherfucker.